Беги к директору, Степа. Родаки твои пришли. Еще с начала года Степа стал нас расстраивать. А потом все хуже и хуже. В итоге к чему пришли? Степан завалил годовой экзамен по истории. Ни одного верного ответа. Да как так-то, Степочка? Ну историю знать надо. Вот именно. Зачем мне ее знать? Так, ну зачем? Ну это же в прошлом, это уже не изменить. У меня есть интернет. Или можно что-то вернуть, мам? Вернуть нельзя, Степа. Ну, учить историю нужно. Так вот она, современная молодежь. Героев Марвел-то они всех наизусть знают. Все эти спайдермены, железные человеки, халки, торы, вижены, груты, таны, стражи галактики, в конце концов, им важнее. А вот наши, отечественные, настоящие российские герои, они же ни одного не назовут. Игры эти бесполезные. В телефонах своих торчат. Значит так. Оставляем Степана на пересдачу. На осень. Я смотрю, сыночка, сегодняшний разговор у тебя мимо ушей пролетел, да? Думаешь, интернет твой прокормит тебя в будущем? Смартфон, конечно, штука полезная. Только толку от него, если знаний в голове нет. Это как? Опай сына об верстак. Смотри, физика. Была кастрюлька, а стала колонка. Догоняешь? Ну, это ты вспомнил. Лена, посмотри, Лево пауэрбанк на солнечных батареях, чтобы сутками в онлайне сидеть. Ну, это ты ему сам его купил. Да, я купил. А да, кто ж думал, что... Все, Степочка нас услышал, да, сделал свои выводы. Давайте лучше решим, что у нас с отпуском. В Турцию же, да? Степ, а что ты его вообще спрашиваешь? Он наказан. Поэтому мы с тобой летим в Турцию. А он на все лето в спецтур. К бабушке, в деревню. Посидит под Ростовом, офлайн. Подумает над своей жизнью. Историю подучит. Сын, ты нас слышишь вообще, а? Чего? На секунду оторваться от этого экрана можешь? Но мы с мамой не для того тебя рожали, чтобы ты сутками в телефоне тупил. Я вас вообще об этом не просил. Ты веди себя хорошо, у бабушки помогай. Лен. А мы поехали. Эй, вы куда? А куда, в Турцию? Хорошо, что приехал. Крышу мне поможешь перестелить. Вот оно, древо наше семейное. Вот, смотри, вот это, Степушка, ты, а это дед твой Петр. Он до революции 3 кузницы имел. Ой, силы, говорят, был неимоверный. А вот это корень наш, сотник Говор. Степан, тезка твой. Да блин, что связи нет? Он в смутные времена жил. Здесь что, Wi-Fi тоже нет? Ну почему же нет? Есть Wi-Fi. Так у всех на улице, за огородом. Так вот, Говор, значит, молодой, но дюж смелый казак был. Как какой крымчак нападет. Блин, ты что, гонишь, что ли? Одним ударом голова с плеч. И в тебе, Степушка, эта отвага имеется. Только ее разбудить надо бы. Мне нормальную связь надо бы. Короче, Пабуль, я тебя, конечно, люблю, но давай ты будешь своей жизнью жить, как и жила. Я буду своей. Все, расход. Здесь рыбу распугаешь. А чё, нельзя, что ли? Нельзя. А чё нельзя? Слышь, убирай давай. Ну, забери. Держи. Фу.
Не, ладно, пацаны, ну ладно. Ну все, конечно, москвич! Держи его, пацаны! Держи его! Я пошутил, пацаны! Держи его, держи! Ну ладно, парни, ну ладно. Ну отдай, заплачу, бабки есть. Чувак, ну камон, ну пацаны, ну хорош. Парни. Это что за фигня? Ай, блин. О, здорово, малыш. А ты чего растянулся так, хобяка? Али сдрюнуть решил посредня. Хобяка? Это что за слово-то? А чего здесь происходит? Это какой-то типа косплей? Чего? Чего хочешь, непонятно. У нас вон свадьба. Гульба такая знатная на всю станицу. Дядька Говор и Анька женится. Ты же Говор, так я знаю, я же тоже Говор, хоть можешь родственники мои. Да ну. Да. Блин, ну молодцы. Не, я понял, это реконструкция. Молодцы, у вас уровень, артистов нагнали. Столько массовки и вообще все так органично. Я на реконструкциях был. Бородино у меня родители водили. А это у тебя что такое? Это коптер. Коптер? Коптер, коптер. А ты смешной. Рубаха у тебя такая чудная. Спасибо. У нас станиц таких не ткут. Откуда у тебя такая? Ну, как и вещь, мать, сейчас, типа, из Турции. Из Турции? Да. Украл? Алис Басурманина снял, и делов, да? Чего? Басурманина, ну и слово. А у тебя что, это настоящее? Так. Грим? Откуда такой взялся? Я из Москвы. Далече. Как тебя занесло-то? Как меня занесло-то, да. Что ты такой какой-то там покер-фейс? Отжигает он. Ой, это Назар. Десятник станичный, все в сотнике метит. Хорош казак, собой не дурен. Девок, правда, по нему сохнет. Страсть. Ну, это очень интересно. Вон. Это что за бармалей пьяный? Это у нас дядька Чурилов. Он у нас такой. Ну такое. Ну такое, да. Нехай батька скажет. Говори, атаман! А вот это? Это батька мой. Главный атаман станицы. Блин, ну похоже, вас хорошо подобрали, правда. Сабля в руках. Коня под собой ты держать научился. Женку сдержи крепко. Добро, батька, вовек не отпущу. Люба! Люба! Ну и наши молодожены, Анька и Говор. Ну ты смешная, ты лучше среди них, да, типа, актриса? Молодец. Ой. Чё? Тревога! Батька! Батька! Батька, гребчики! Гребчики! Борцы, дай им пока! К оружию, браты! К оружию! К оружию! Беги, сказал! Беги! Куда? Ребят! Так!
спасу. Пошли. Иди! Иди! Отдай кепку уже, реально, это не смешно, но хорош. Спасибо тебе, Назар! Добро, батя! Мы с вами, походу, родственники. Я тоже Говору. Ага. Типа Тезка! Тезка. Ай-яй-яй. Хорош, ладно. Боже, мы его украли! Говор крутой каскадер. Уходи! Побежали к мельнице. Прости, господи! Чёрт, я сказал, блин! Ну что, добегался, Лех? Нифига себе. Чего? Пойдем, пойдем. Не надо трогать-то. Братцы! Никак Назар шпиона польского поймал. Да гляньте на него! Одежда на нем не нашинская. А? Давай, гляди. Не, дядь, аккуратней. Ты че? Давай, давай. Не, спокойно. Не. Поп, аккуратнее здесь, ну, молния есть. Какая молния? Молния! А? Аккуратно, поп. Да лях, он видно же. Не-не-не, я свой, я русский, я сегодня только приехал. У меня бабушка здесь, бабушка Маша где-то здесь живет. Аккуратно, аккуратно. В общем, я местный, ну, просто из Москвы, мужики. Так там сейчас поляки. Да там сейчас вообще только кого нет. Родичи где твои? Родичи мои в Турции. Пленучель? Нет, в отеле. Какой еще отель? Наверное, 4 звезды. Чего мы с ним цацкаемся-то? Ну ж понятно, вот доказательство, не нашинский он! Аккуратно, дядя, говорю, аккуратно. Да накал его. Смурфик, ты вообще успокойся. Вы чё? Я не понимаю, вы чё здесь реально это? Старовер или кто? Я не понимаю. Когда появится связь, я вас всех выложу в сеть, и вас там всех зафаршмачат. Улыбочку. Ты как же нас всех в сеть-то выложишь? О, всех. Мы чай, не рыбы. Классно все. Очень смешно. Ясно дело. Шпион. Шпион! Не. Накол. Не, какой шпион? Какой накол? Я свой. У меня здесь бабушка живет. Бабушка... Эго! Отстоять! Держи его! А он не шпион. Это... Штуковина у него. Бесовские. Ведь твой налево. Прости, господи. Бабушка! Бабушка! Камень, здесь надпись. Цой жив, точно, я Цой жив. А, точно, это не тот камень, я понял. А, ну так я вас знаю, вы же из этих. Ну, сериал я смотрел, но вы много где работали-то. Все, я понял. Вы здесь все артисты, вы здесь все крутитесь, ну все, ну браво. Молодцы. Ну я серьезно вам говорю, шутки кончились, реально. Я вот здесь сейчас всех засужу. Силы нечистые, помогите небеса, рабу Божьему, от силы нечестивой избавиться. Гони дьявола нечестивого. Замолчи уже, смурфик.
Ну все, довольно. Давайте его в яму пока, не до этого. Говора в плен взяли, а вы тут... Чего? Какую яму? Алло. Вы что, реально офигели? Эй! Друзья, всем привет, мои подписчики, это Степан. Нет, я не в Турции, я в яме. Чуваки, я в плену, 21 век, меня посадили в яму артиста. Вот, вон там жила моя бабка, я приехал к бабушке. Ну или в колодец, я вылезаю, там вообще другие какие-то люди, они там играют казаков каких-то, что типа, я тебя там... Ну они, короче, пока не колятся, но я их раскалю. Как? Существую. Все, здесь была жаба, но она куда-то ускакала, блин. А вот она, смотрите, вот. Она просто не любит камеру. Вот она, моя девочка, вот и сидим здесь. Я не знаю, что со мной будет, но я хочу с вами реально делиться этим контентом, потому что вы у меня одни сейчас остались, с кем у меня какая-то связь. Не знаю, кто это увидит и когда. Я теперь тебе жизнью обязан, братец. Проси, что хочешь. Батька, больно люба мне дочка твоя. Отдай за меня. Ну, тогда, мой быть, слово даю. Только ты пока об этом никому ничего не говори. Сначала я и сам сообщу. Добро, батька. В общем, ребята, это снова я. Я опять в этой клетке, видите, надо мной. Уже темное небо, уже, короче, ночь. На сети так по-прежнему нет, но я пишу чисто для себя. О, здорово! Поздоровайтесь с моими людьми. Вот, пришли ко мне. Кто вы есть? Расскажите мне, что у вас здесь происходит? Что у вас за побоище здесь? Что это, прошлое или что такое? Самое, что ни на есть настоящее. А побоище это у нас так обычное дело. Время же сейчас такое. Какое? Ясно какое. Смутное. Ну, поляки в Москве, татары в Крыму. Ну, только казачки туда надержат. Да, короче, как тебя зовут? Иван. Ваня, Уилл, тебя как? Никита. Уилл, Ник, Эллен, я тебя знаю. Давайте вы свои булочки поднимайте и вытаскивайте меня отсюда, реально. Слушай, а ты можешь свои эти вот эти штуковины показать странные? Вот эти вот, да. Давайте я вам все покажу, а вы меня отсюда наверх поднимаете. Договор? Ну ладно. Погнали, вытаскиваем. Есть что похавать? Да, возьми. Вот тут вода и немного хлеба. На воду с хлебом посадили, ребят. Я на детоксе. Легкий перекус. Руку давай. Давай-давай. В общем, смотрите. Первый девайс, телефон. А да? Это как этого попал? Окей. Вон. Телефон, на нем можно разговаривать, общаться, писать смс-очки. Вот. Это я там? Да, ты... можно знакомиться. Вот Эллен может с тобой это мучить. Ты такой, окей, гоу, мучим. И вы мучите. Окей, ладно, понял. Второе для тебя. Вот такая вот лазерная указочка. Эй, убери! Дай. Для девочки. Переводилка. Берешь на руку, 5 секунд, намочила, помазала спокойно, аккуратно. Отодрала, и у тебя классная татуха, типа в виде гномика, что-нибудь такое. Как красиво. Вот такие у меня крутые штуки. Погнали, мне пора домой. Куда? Завтра по тебе решаться будет. Давай, лей. Я с вами... А это вы зря, чуваки. Я вас запомнил, я зафиксировал вас на камеру, окей? Давайте, артисты. До завтра. До завтра. Они, короче, не знают, ребят. Что у меня остался здесь дрон. Сейчас его активирую. И посмотрим, где у них там гримерочки, где у них там эти костюмчики они надевают. Ну, полетели. Все по-настоящему. Я реально в прошлом.
еще мама есть. Если ты смотришь, я скучаю. Нет, ну, Моль, мне ко второму. Дай поспать. На том свете отоспишься. Пошли. На. Пойдем, пойдем, пойдем. Товарищ казак, извините, а куда мы идем? На казацкий суд. Да ты не раби и малец. У атамана с утра настроение хорошее было, так что, скорее всего, так вот тебя сажать не будут. Просто к лошади привяжут и затаскают до смерти. Давай, давай, давай. Братцы! Батька, атаман! Предлагаю не сюсюкаться и без лишних разбирательств избавиться от шпиона. Чтобы другим неповадно было. И чтоб ни одна рожа чужеземная не сунула сюда. Кого казним-то? Шпиона. Добро, батька. Не-не, батька, я не шпион. Верно, батька. Так бежи. Его. Клянусь, батька, я не шпион. Пожалуйста. Нет. Ну, нет, ну, пожалуйста, ну, я не шпион, я обычный пацан. Извиняй. Ну, нет. Слово атаман. Нет, нет, ну, мне 18 и нету. Нет, нет. Назар. Оп. Нет, Назар. А, блин. Аккуратно. Нет. Батька. Стой. Батька знает, что делать.